Я бы сказал, Сусанин отдыхает. Когда дело доходит до таких мест, куда на двух снежках Вениамин Геннадьевич нас завел. 2 метра снега. Ну вот такие тут проезды делали, пока он застревать успевал на елках. Палка попала в подвеску и не хочет опускать. А, вот она. О, коряга. Отпилил ее. Которая... Ледермен спасает. Ледермен спасает, товарищи. Реклама ledermen.com. Производство Portland, Oregon, Америка. Это наши друзья делают их. Ledermen Wave называется. Пила есть. Или перерезать, как говорится... Ну, собственно говоря, вот 4-инчевую. Елку сантиметров 10 толщиной. Или же перерезать себе горло, если уже умирать хочешь и не хочешь умирать, как бы замерзая, а просто хочешь умереть. Можно, например, отрезать ногу оленю или медведю, перерезать лапу заднюю, чтобы он тебя сильно не царапал. Короче, так вот красиво. Хотели мы наверх подняться сегодня, вот, второй раз. Значит, вот пасмурно так вот затащило облаками небо. И все. Ой, красиво, однако. Свежий воздух. Приезжайте к нам, покатаемся. Все, всем салют.